Что нужно сделать, чтобы ноутбук не выключался при закрытии крышки? На самом деле все очень просто. Итак, заходим в панель управления. Если не знаем, где она, то просто начинаем писать «панель» и открываем панель управления. Далее нам нужно зайти в «оборудование» и «звук». Здесь находим «электропитание». С левой стороны в этом списке видим «действие при закрытии крышки». Нажимаем. И здесь мы видим три пункта. А вот и тот, который нам нужен при закрытии крышки. В первом случае, что будет, если мы закроем крышку, когда ноутбук работает от батареи? Можно выбрать, чтобы ничего вообще не произошло, либо же, чтобы он ушел в сон или завершение работы. И тот же самый выбор, если ноутбук будет работать от сети. Лично у меня установлено, что действия вообще никаких не требуется, потому что я к ноутбуку подключаю второй монитор. И когда мне не нужен монитор ноутбука, я просто его закрываю. Если у вас сейчас стоит завершение работы, то просто переставьте на сон или действие не требуется, и все. Но также здесь есть очень интересная еще одна настройка. Это действие при нажатии кнопки питания. Например, мне не нужно, чтобы компьютер выключался, когда я нажимаю на кнопку питания. Поэтому здесь я выбрал пункт сон. Также можно сделать действие никаких не требуется, это для тех, кто случайно часто нажимает эту кнопку выключения. И также здесь есть интересный такой выбор отключить дисплей, то есть вы просто отключаете дисплей на ноутбуке, но он продолжает полностью работать, то есть не выключается и не уходит в спящий режим. Когда вы выберете необходимую вам настройку, то просто нужно нажать сохранить изменения и все у вас будет хорошо.